Вот и состоялся третий конкурсный тур музыкального проекта «Песенная феерия. Хит сезона», который прошел в Доме культуры «Энергетик». Это событие без всяких сомнений можно назвать праздником, ведь данный проект является самым ярким, фееричным и впечатляющим за последние годы в Артемовском городском округе. Праздник – это всегда сказка. Праздник – это всегда мечта. Праздник – это пора надежд. Праздник – это пора новых удач. Событие у нас сегодня действительно очень важное. Сегодня у нас с вами праздник. Главным основополагающим синонимом слова «праздник» является культура. Год 2014 в Российской Федерации объявлен годом культуры. Культура – это то, что нас объединяет, формирует национальный характер, помогает сохранять традиционные ценности. От культурного уровня любого общества зависит экономический, духовный и социальный потенциал его развития. На территории Артемовского городского округа свою деятельность осуществляет 36 учреждений культуры, притворяя в жизнь многочисленные творческие проекты, конкурсы, фестивали и концерты. Мероприятия в библиотеках, открываются выставки редких экспонатов и собраний. Делается все для развития и интереса к сфере эстетического воспитания и привлечения населения к культурно-просветительским заведениям. Открыла мероприятие словами приветствий и поздравлений глава Артемовского городского округа Ольга Кузнецова. Она вручила лучшим работникам культуры такие награды, как благодарственное письмо губернатора Свердловской области, благодарственные письма правительства Свердловской области, малый серебряный знак законодательного собрания Свердловской области, почетные грамоты законодательного собрания. Уважаемые работники культуры, вы наша гордость. Мы действительно гордимся и всегда рассказываем про культуру на всех территориях. У вас высокий уровень культурных мероприятий. Спасибо вам за это. Спасибо, что вы нам дарите радость, хорошее настроение праздничное. И мы хотим тоже дарить его вам. Ну, все, что сделано администрацией Артемовского городского округа для культуры, может быть, в масштабах области это и немного, но это впервые начались такие преобразования. И я думаю, что мы на этом не остановимся. Будем вам помогать, помогать, помогать. Символично, что в день проведения заключительного этапа, который, к слову, длился на протяжении 6 месяцев, почти все эти люди являлись частью команд участниц. Гости этого мероприятия стали участниками и свидетелями незабываемого зрелища, где первую ноту сыграли наставники. Наставник Дворца культуры имени Попова Юлия Викторовна Низковских. Наставник Дворца культуры «Энергетик» Татьяна Алексеевна Катюшанская. Наставник Центра досуга «Горняк» Ольга Александровна Мельникова. Наставник Покровского центра досуга Кристина Сергеевна Горобец. Наставник Сосновоборского центра досуга Айдар Флюорович Гайнана. Наставник Центра культуры и кино «Родина» Вероника Ивановна Никифорова. Наставник детской школы искусств номер 1 Елена Владимировна Мариева. Наставник детской школы искусств номер 2 Татьяна Владимировна Минулина. По результатам жеребьевки шоу открыла команда Центра культуры и кино «Родина» с песней «Прованс». Приятного вам полета!
Центр культуры и кино «Родина» на протяжении всех туров удивлял зрителей интересными постановками и хорошим исполнением. Далее на сцене появился хор детской школы искусств номер один, исполнив песню «Dancing Queen». Детской школы искусств номер один поразила весь зал своими великолепными костюмами, декорациями и, конечно же, чистым многоголосием. Знаменитую песню «Мама Мария» итальянской поп-группы Рики и Повери подарила зрителям команда городского центра досуга «Горняк». Все люди, сидящие в зале, подпевали команде, ведь каждый знает эту веселую итальянскую песню. Порадовал зрителей яркими костюмами и веселой композицией покровский хор. Далее команда детской школы искусств номер два исполнила свой хит, всем известную песню «Зажигай». Thank you.
такой патриотической ноте завершила свое выступление детская школа искусств номер 2, а вслед за ней на сцену вышла команда «Соснового бора» с песней «Синий иней». Удивила зрителей замечательной песней и столь необычной постановкой команда ДК «Энергетик». Ярким завершением третьего конкурсного тура творческого музыкального проекта «Песенная феерия» стало выступление хора Дома культуры имени Попова.
Почетную миссию вручения дипломов проекта исполнила начальник управления культуры администрации Артемовского городского округа. Елена Сахарова от всей души поблагодарила и поздравила участников. Вот это вся большая, творческая, и я уверена, я горжусь каждым из них, кто трудился над этим музыкальным проектом. Только вместе они сумели сделать проект так, чтобы он зазвучал. Так, чтобы, мы надеемся, зритель, он вам запомнился. Спасибо всем! Напомним, что главная награда, кубок главы Артемовского городского округа, достанется только одной из 8 команд. Он будет вручен на праздничном концерте, посвященном Дню города. Кульминацией этого грандиозного мероприятия стала финальная песня коллективов о родном городе Артемовске.